Всем привет! Сегодня 25 января 2018 года, и я решила посадить первую партию семян петуний. А сегодня я буду сажать вот в такую мини-тепличку с таблеточками Джифи. Что я делаю? Вот это уже эта тепличка Аквина, она продавалась уже. Ну, таблеточки здесь маленькие. Их 12 штук. Что я делаю? Я заливаю эти таблеточки водичкой. Петунию я сажаю практически всегда в торфяные таблетки, потому что так я ее не переливаю, и вообще это очень удобно. Поэтому вся петуния у меня сидит, но это маленькие таблеточки, диаметр, по-моему, 3,3. А вообще я сажаю обычно в 4,4, а не побольше. И туда я сразу сажаю несколько семечек, гранулок. Потому что у петунии очень мелкие семена. Сейчас я посажу, значит, ампельную петунию, рамблин Салмон Капри и рамблин Пич Гло. Также Цидал Вейв Сильвер. Мощное растение. Как правило, его нужно высаживать не меньше 50 литров на одно растение, тогда оно покажет себя во всей красе. Пока таблеточки набухают. Когда посажу, я купила специально вот такие ценники, они отклеиваются. И здесь я подписываю, что я когда посадила, название растения, и приклеиваю на тепличку. Очень хорошо, удобно, понятно. Также, когда я пересаживаю уже растение в другую емкость, соответственно, я также наклеиваю вот такие вот ценнички. Очень удобно. Ну вот, таблеточки наши набухают. Сегодня я хочу посадить где-то... Ну, вам покажу я одну тепличку, чтобы не было очень нудно. А вообще буду сажать сегодня, ну, где-то штук 50, наверное, петуник. Ну, может быть, 40. Не знаю, как пойдет. Посмотрим. Ну, вот буквально за 10 минуток у нас стали вот такие вот торфяные таблеточки. Что я делаю дальше? Я достаю семена. Семена у нас находится вот в такой вот колбочке. Это профессиональные семена, и здесь их всего 5 штучек. Они находятся, сами семена, в гранулках. Вот, я высыпаю. Руками их брать бесполезно. Поэтому что я делаю? Я смачиваю зубочистку. Ну и вот, в принципе, вот. По центру ничем я не присыпаю, так, опа, вот видите, они даже так падают, так. Так, вот у нас 5 штучек. Дальше я пишу, что это у нас за растение. Это у нас рамблин Салмон Капри. Салмон
капри. И дату посева, то есть сегодня 25.01.18 год. Вот я подписываю, соответственно, беру, отклеиваю и вот сюда, пожалуйста, это все клею. Так, напротив я посажу теперь Rumblin Peach Glow. Также это все находится вот в таких вот гранулках. Я высыпаю по 5 штучек. Опять смачиваю зубочистку. И выкладываю маленькие гранулки. Опа. И вот так. Ну, в принципе, вот такая вот схема у нас. Также я сейчас это все подпишу. Ну и вот эти вот красивенькие пакетики я также могу свернуть и положить сюда, если отклеится там вот эта штучка, ценничек этот. Все, дальше мои действия, что я делаю? Я накрываю это тепличкой вот таким образом и убираю. Также на днях я хочу собрать стеллажик и повесить лампочки, что я вам также покажу, как я это сделала и что у меня получилось. Ну а на этом буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно, может быть, кому-то полезно. Вот, так что всем хороших урожаев в этом году. До скорых встреч. Пока-пока. Ну и еще одно такое небольшое включение. Вот, наконец-то я собрала стеллажик из обе. Собирается он очень легко. Здесь нет никаких винтиков, ни шурупчиков. То есть все вставляется в пазы. Вот такой стеллажик с тремя полочками. Ну, такая красота. Сейчас я его установлю на то место, где он должен стоять. И потом вам еще сниму. Вот здесь будут лампы, лампы, лампы. Так что, в принципе, вот так. Вот такой вот стеллажик. Главное, что можно легко собрать самой. Это основное. Всем до встречи, всем пока-пока.